Спеша неумолимо время мчится, сурова и безжалостна судьба. До наших дней дошла святая притча, прошедшая сквозь долгие века. Давным-давно гласит нам то предание, когда еще сон джинов не исчез. Царь Соломон огромным царством правил, пророком был он посланным с небес. И наделенный свыше грозной властью, людские споры мог он разрешать. Правдивое и мудрое решение скрепляло Соломонова печать. И вот по справедливости однажды, когда на троне суд земной вершил, в людском обличии к пророку явился ангел смерти Азраил. Явился он весь в белом одеянии, и ангельский был бесподобен лик. Пришел он от Всевышнего с посланием, и во дворце люд намертво затих. С почтением приветствовав пророка, благословив речь, начал Азраил. И, излагая весть вдруг ненароком, он на купце свой взгляд остановил. И с изумлением, посмотрев сурово, он пристально в глаза взглянул купцу. И не промолвил он ему ни слова, и дрожь прошлась по бледному лицу. И покачнув головою с удивлением, принесшую с собой, окончив речь, с пророком распростившись, удалился, и к Соломону бросился купец. О, мудрый Соломон, тебя молю я, исполненное предчувствием конца, проклятие на мне, ведь ангел смерти не зря же посмотрел в мои глаза. Богат я очень и к тому же молод, не хочется так рано умереть. Прошу, перенеси меня отсюда, туда, где не настигнет меня смерть. Твое желание я смогу исполнить, сказал ему не торопясь пророк. К Всевышнему взывая, попрошу я, чтоб ветром ты унесся на восток. Сквозь облака седые через горы, пускай же унесут тебя ветра. Коль скрыться хочешь ты от смертной доли, страна, куда прибудешь, далека. И произнес молитву Соломон, и вдруг свирепый смерч вокруг поднялся, и по дворцу пронесся вихрем он, и, растворившись в тьме, купец умчался. Прошло два дня, и с праведным велением к пророку вновь явился Азраил. И, выслушав послание с нетерпением, премудрый Соломон его спросил. Твое деяние для меня священно, расспрашивать хоть мне и не к лицу. Скажи мне, ангел, почему сурово в глаза ты посмотрел тому купцу? Я ангел смерти, я судьбы конец, по воле Бога по исходу дней. Как только же смолкает стук сердец, я души забираю у людей. Когда же направлялся я с посланием от Господа Всевышнего к тебе, я получил святое предписание, что жизнью станет меньше на земле. Еще для одного настал черед, я получил от Господа приказ, где смерть наступит, имя человека, чтоб умертвил его я через час. И удивлению не было предела, когда того, кого скончался срок. Не на востоке я у ложи трона, на западе увидел я пророк. И, повинуясь Божьему велению, я через час исполнил свой приказ. Его я встретил там, в стране далекой, навек светильник мне его угас.
спеша неумолимо, время мчится сурово и безжалостно судьба. До наших дней дошла святая притча, прошедшая сквозь долгие года. Истина у притчи такова: коль срок исписан, то спасения нету, не деться нам от смерти никуда. Кто от нее бежит, бежит навстречу. Истина у притчи такова: коль срок исписан, то спасения нету, не деться нам от смерти никуда. Кто от нее бежит, бежит навстречу.